Всем привет, с вами Гимот, и мы продолжаем играть в игрушку Half-Life 2. И мы остановились на том, что мы победили штурмовика, разблокировали мост и разобрались с теми, кто на нас нападал, когда мы вернулись, возвращались. И продолжим. Так, возьмем автомат. Проверим. Звуки. Угу. И поедем дальше. Поедем дальше. Я думал, этот столбушок сломается. Так. Аккуратно. Так, вот так. Да. Защита пала. Теперь самое интересное. Тут, наверное, будут ездить поезда. И нам надо успеть. Может быть, нам тут без машины уже надо. Потому что, ну... Потому что я не представляю, когда можно. Если только вот подождать, пока он проедет. А, все. Да. Неудачно. Итак, еще раз. Так, теперь на машине. Может быть, мы сможем туда проехать, либо там все-таки действительно надо идти пешком. Хорошо. Какого? Я упал. Ладно, давайте. И выйдем из машины. Чтоб уж наверняка. Так, хорошо. Едем. Едем. Передышка, ура, Так, все понятно, все так аккуратненько. Спускаемся. Так, давайте сохранимся. Сохранить. Так. Так. Что? О, боже мой. Давайте проверим, тут могут быть тайники. Тайники. Нет, тут... Дайте, подождите. Там, по-моему, можно пройти пешком. Раз. Нет, тут нету тайников. Хорошо, тогда мы...
Так, не застрять бы. Едем дальше. Едем. Так, ой-ой-ой, машина, машина, машина. Так, 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 есть. Странно, на меня опять что-то поедет. Песчаная ловушка. Мы перешли в новую главу. Хорошо. Это там что такое? А, это, по-моему. Это, по-моему, наш зомби. Блин, без фонарика вообще печаль. На-на-на-на-на. На-на-на. Хорошо. А, как ужасно, ничего не видно. Давайте я вот так схожу фонариком. Свечу. Так, что у нас тут? Ага, зомби, хорошо. Давайте мы в него что-нибудь бросим. А хотя. Ну, подъеду на машине. Что мучиться? Так, так, так. Вот так его. Так. Там тоже кто-то лежал. Туда не. Что тут еще есть? Нет? По-моему, мне надо вот в ту дверь. Хорошо, я это не прошиваю. О, зомби. О, да вас там много. Вас там много и все разные. Ну, это... Интересно, давай. А может быть они мне развал почистят? Хотя. Да нет, они все идут так. Аккуратненько. Сбоку. Иди сюда. Все, выходит. Ну, теперь вы кончились? Нет? А, ладно. Пойдемте посмотрим, что у нас. Здесь, мне кажется, очередной тайник или что-то в этом роде. О, я вас вижу, здрасте. Дайте поближе. Оно не работает, когда вы далеко. Не, бочка туда не влезет. А как мне к вам плябляться? О. Выходи. О, ну или. Фонарик закончился. Выходи, выходи, выходи. На-на-на-на-на-на-на. Хорошо. Проповик. Да ладно. Опять завывания какие-то. Как мне сюда? А, вот, вот. Я залез, и мой фонарик сказал, не-а.
Ой, привет. Да, вот как-то. Нет, 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 нет. Пустите меня в распродажа. Я. Фонарик. Какие-то мигающие. Подвинься. Дай зомби зайти. Так. А чем бы мне его. А-а-а. Заходи. А я думал, зомби закончились там. Всяк такое. А нет. Так, давайте почистим дорогу тогда. Подвинься, 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 подвинься. Мне нужно проехать тут. Что? Еще немного. Я думаю, я уже здесь влезу. Опять страшные звуки. Поехали. Опять темнота. Так, так, едем, едем, едем. Удивительно ровная и дорога и какая-то засада, что ли. Давайте мы тут аккуратненько. Аккуратненько. Проедем. Дом. Дом. Дом, дом, дом. Давайте проверим. Там наверняка есть тайник. Иди сюда, иди сюда. Ну сейчас мы потеряем больше, чем найдем, но. Так. Эй! Выходи! Кто в домике? Кто в теремочке живет? Кто тут? А тут никого. Так. У тебя что за оружие? У него, по-моему, да, тоже автомат. Тогда автомат. Эй-эй! Ага. Хорошо. Нет? Только не говорите, что здесь опять какой-нибудь зомби. С какого-то тут делает. Оп! Нет, где моя гравипушка? О, надо. Вот так вот. О. Это нам намекает, что, ну, если ты тогда не взял, возьми его сейчас, этот арбалет снайперюжный. Так, давайте автомат. Привет. Да, не это, вот это.
Интересно, а я думал, они только на дороге. Так, здесь все. Теперь-то точно автомат? Пай. Нет. Что за дом вообще такой? Окна надо вышивать. Хорошо. Заминированный домик. Я не знаю, где она что-то сломалась, но так, оп, есть. Интересно, исчезающая машина. Что там? Ничего такого я не вижу. Мое супер точное орудие есть. Нет. Еще одна. Давайте мы бомбу отловим. Где ты? Мина. Иди отсюда. Погиб или просто убежал? Важно, мина. Это меня должно было остановить? Какой ты деревянный. Я просто почему не проезжаю мимо? Тут, наверное, есть тайник. Нет? А что вы все в сарае делаете? Много вас там еще? Поддержка с воздуха? Нет, это мне не надо. Так, давайте соберем у них все вкусняшки. Дробовик. Унитаз. Нет. Этот унитаз не отрывается. Ну ладно. То есть достижение с унитазом выполняется пока что не здесь. И все? Так, полечиться вижу. Автомат, стена. А энергоподзарядка есть? Не видно. Я видел лестницу. Нет, это просто вышка. Патроны есть. Что у нас?
И все? И это все? Ну ладно. Едем, 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 едем. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Вот и первые опасности на дороге. База враждебная наша. Станцев? Нет. Ее надо по-любому объезжать. Привет. О, да, надо с разгона. Здрасте. Здрасте, здрасте. А как мне с вами? Нет, 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 нет. Провод идет в сарай. В сарай, в сарай, в сарай. Идем, 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 идем. Дяденька. Дяденька спит. И чё? И как? Я все. О. О, no. Знаете что? Дробовик, по-моему, тут самое лучшее решение. Ну, ну, ну. Ну. Ах, а я не умею прикладом. Я тут все выключил. Я слышу, да, вот ты. Иди сюда. Пошла вон. Так еще. Вот, да. Положи ящик. Слышу. Да. Да-да. Иди отсюда. Что? И мне надо за что-то тут... За что мне дернуть? Открывается снаружи. Дверь. А как ты открываешься? Не, ну я в доме отключил. Нет. Аккумулятор, личный ключ. Это все нам вряд ли пригодится. А где рычаг? Потому что...
надо было отключить электричество и может мне куда-то что-то дернуть надо. Ай. Замечательно, я застрял. Просто чудесно. Игра, что ты делаешь со мной? Игра, отпусти меня. Отпусти. Хорошо. Загрузить. А, ну хорошо, мы, по крайней мере, мы недалеко. Флюгер. Флюгер, флюгер, флюгер тут. Так, хорошо, я сюда приехал. Я захожу сюда. Выключаю эту штуку. Сюда десантируют бомбы. Я надеюсь, мне их не надо было уничтожать. Да-да-да, бежит на меня отряд. Может, мне как-то надо взаимодействовать с отрядом? У-у-у-у. Или мне, может, надо как-то с мины... как-то взорвать. Пять, четыре, три, два, один. Не стоит подходить близко. Ну, хотя мне это хорошо. Подходи. О, какой ты точный. Давай, давай. А это что ты там делаешь? Хорошо. Хорошо. Вот мы их победили. Дальше мы берем гравипушку. Берем мина. Нет, мина. По-моему, нет. Мина тут, значит, ни при чем. Иди сюда. Ну вот, вот честно, я не знаю. Я не знаю, что мне делать. Наверное, придется на этом остановиться. Я подумаю, посмотрю, что здесь надо сделать, и продолжу записывать. На этом я скажу спасибо за просмотр и до новых серий.